Хазен. Отель Атлантик. Двухколичный номер оплачен. Фас. Профиль. Лёлика мог сыграть Михаил Пуговкин. Вот так мог бы выглядеть Лёлик. У вас ус отклеился. Спасибо. Но Леонид Гайдай выбрал Анатолия Папанова. Достаточно одной таблетки. На роль соблазнительницы Анны Сергеевны пробовалась Клара Лучко, которая впоследствии отказалась от роли. Что с вами? Что с вами? Да вот, западка закатилась. Вот. Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев? К сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будем искать. Гостиница 327, Анна Сергеевна, 900. Нам бы насчет халата. Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. На роль Анны Сергеевны пробовались также другие актрисы. Роль в результате досталась Светлане Светличной. Красками дивными кружатся. На роль управдома Варвары Сергеевны пробовались Людмила Шагалова и другие актрисы. Город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Помоги мне. Хорошо вы поете. Управдома Варвару Сергеевну сыграла Нона Мордюкова. Вы кто такой? Ну, я его знаю по работе, скажем, коллега. Собутыльник. На роль Геши Казадоева по кличке Граф пригласили сразу несколько актеров. Михаила Пуговкина,
Валерия Носика, Георгия Вицина, Рудольфа Рудина. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Гешу Казадоева в «Бриллиантовой руке» сыграл Андрей Миронов. Как говорит наш дорогой шеф Михаил Иванович, куль железа, не отходя от кассы.